Хочешь сэкономить на покупках? Потратив более 1000 рублей с карты Тинькофф Блэк, ты получишь 500 обратно живыми рублями. Никаких баллов. Эти деньги можно смело снимать в банкомате. 1% кэшбэк с любых покупок, 5% кэшбэк на выбранные категории и целых 15% на покупку билетов в кино или на концерт любимого исполнителя. Заказать карту можно по ссылке в описании. Девушкам нужно внимание, а я не смогу им этого дать, поэтому я буду просто хуярить в доту. Что-то типа 8 миллионов долларов? Я на провокационные вопросы не отвечаю. Это не мое. Всегда. В любой непонятной ситуации. Всем привет. Сегодня мы на Эпицентр Менеджер. Это турнир по доте. И мы ищем самых крутых киберспортсменов и узнаем, сколько стоит их шмот. А если ты хочешь еще больше роликов, кто был третий? Переходи на наш второй канал Дымоходик. Ссылка в описании. А кто третий был? Обязательно досмотри это видео, потому что в конце ролика тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Погнали. Здорово, Кристал. Здорово. Расскажи, как тебе вообще... Дадова. Вот Кристал крутой чувак. Вот сразу вот увидел, я человек простой, увидел Кристал Мэй, сразу лайк поставил. В жизни зовут? Димка. Димка? Димон. Димон, Димасяныч, Мэйч, Кристалыч. Расскажи, сколько тебе лет? 27. Что сегодня на тебе? Что 27. За тапки? Какой-то трэш, короче. Это ванс? Бля, типа, подождите. Если люди говорят, что 27, это мне то есть надо говорить 31. И такую сигару, чтобы, да, еще была? По-моему, последнего. Или раньше. Так, 1007 стоит? Да, около того, короче. Мои штаны. Смотри, чекай. Я тебе отвечаю, что никто не будет в дорогих шмотках. Никто. Я не знаю. Максимум кто-нибудь один, может быть, будет в чем-то приодет в нормальном. Вот я уверен, что ни у кого не будет мега дорогих шмоток. Вот прям 1003, миллиард процентов. Так и стоит. Да, я думаю, да, около того, короче. Пиджак, что у тебя? Кельвин Кляйн, как я вот только что выяснил. Я приехал, короче, в Outlet и взял его где-то типа за 700 или косарь. Ну и рубашка на мне тоже, по-моему, не, ну это типа нормально. Не, это яркий цвет волос. У тебя всегда он был синий или ты меняешь цвет? Не, это я не считаю, что это Инстаграм, там есть целый калейдоскоп специально сохраненных историй за предыдущий год, и там все цвета, которые у меня были, там был и розовый, и темно-розовый, и фиолетовый, и с плитом, левая часть синяя, правая. Может, мне тоже фиолетовый подать? Синяя, правая часть серо-розовая. Короче, фиговую тучу вариантов, как только возможно. Самый универсальный цвет сразу сообщаю всем, кто хочет покраситься серой, оптимально, потому что если вы краситесь, условно говоря, там в синий, половина вашего гардероба идет просто в задницу. Были какие-нибудь интересные ситуации? Так. Дай-ка я выведу чатик-то. Ну шо, пацаны, забив чини. Ау. На 100 колосей. В серый. Ну какой-нибудь оттенок серого. А? Не, в хороший серый такой какой-нибудь. Такой, как дед буду. В пепельный какой-нибудь такой. В белый, в серый, что-то вот такое. Не надо? Или надо? Го, го, го. Точно? Го. Забьемся с вами? Ты яйца должен. Яйца 100 тысяч лайков. Там 94, не надо мне сейчас бабушку лохматить, а то я сейчас встану. Ясно, нет? Все, забьемся? Или нет? Или зассали? Забиваемся? Короче, смотрите. YouTube. Ненадолго. Давай... Ну, не на месяц там. Давай на недельку, да? Нормально? Давай, короче, на недельку. Если 100 тысяч здесь лайков будет, на неделю, короче, что-то или пепельное, или белое, вот такое вот, бахну. Чисто просто для эксперимента. Все? Не страдай херней, братан. Когда же еще страдать-то? Потом совсем все старые будем. Дай пострадать-то. Короче, все, забились. Все. Все, точно? На 2 недели. Да сейчас, цыгане, на 10 дней. Давайте что-то среднее, ладно. 10 дней. Все, все. И в Инстаграм каждый день буду выкладывать, что я не перекрасился. Все. Все, забились. Все, добро, добро. Все, 10 дней. Никаких 2 недели. Не недели, не 2, а 10 дней. Все. Все, на 10 дней забиваемся, на 11. Сука, цыгане. Все.
10 дней. С бородой, не знаю. Ну, я посмотрю, как пойдет, не пойдет. Все. Все. Забились. 100 тысяч лайков. На 10 дней. Все. Ай, ну давай. В жизни, когда тебе какая-то реакция прилетала. Ну, а что, мне было бы интересно, что получилось. Ну, кстати... Да давай попробуем. Чего зассали? Нет. Давай попробуем. Что такого-то? Ребят, я стримлер. Мне плевать. Мне что... Давай попробуем. Год назад это было, получается. Я тоже был синеньким. И я помню, как какие-то 10. Строители, короче, из наших южных стран начали петь «Цвет настроения синий» на весь район. Я кайфанул, потому что тогда это была хайповая песня. Совсем недавно мне в личку пришло что-то формата, что «Нормальный мужик бы не стал бы красить волосы». Вот. И ты такой, ну да, конечно, нормальный мужик бы не стал. Часто тебя на улице узнают? Да, каждый день, типа, люди стопают меня, прям орут что-то, типа «Кристалл!» А можешь фоточку? Вот, это такой. Ну, да. В конце каждого ролика на двух наших каналах мы разыгрываем денежные призы. Ясно, Саня вор. Все ясно. Как тебя знают люди? Я Лекс, комментатор по Доте. Не, вот, ну алло, все. Лекс надо знать. Компьютерные игры комментирую, короче. Насколько ты оцениваешь свою популярность? Ой, я не особо популярный. 4 из 10 максимум, то есть я себя оцениваю абсолютно. Это по шкале Киркорова? Смешно, да. Сколько тебе лет, Лех? Мне 23. Кроссовки долларов 15, 23? Джинсы долларов 30, пиджак долларов 20, рубашка долларов 15. Может, ты по жизни любишь немножко деловой стиль? Нет, ненавижу деловой стиль, если честно. Это обязывает мероприятие? Да, 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 приходится надеть рубашки. Ну, можно уже, знаешь, какие-то толстовки надеть. А так я по одежде вообще не фанат. Все дешевое, мне пофиг. Слушайте, братва, а подскажите, пожалуйста, на этот, на... По доте турниры все в пиджаках там разве? У них типа дресс-код? Есть дотеры или все нормальные? Ой, ну в смысле... А есть пацаны, ну, если без шуток, у них чё, как вообще? Ой, ты меня чат сломали. То есть им только типа дресс-кода, да? Да ладно. А, типа комментатор дресс-код. Не, ну тоже верно, чтобы красиво выглядели. Не смотрю, сколько там. Мне не нужны какие-то бренды. Ни одной дорогой брендовой шмотки нет в гардеробе. Нет, я заказал от Fnatic. Это спортивная, киберспортивная команда. Заказал толстовку, она баксов 60 стоила. Все. Это серьезные деньги. Комментаторы мало зарабатывают. Серьезно? Угу. А сколько тебе нужно в месяц, вот так, чтобы красавчик. Жить комфортно и ни в чем себе не отказывать? Я живу в Беларуси, ну, наверное, баксов 500 мне хватит. А вторая половинка есть у тебя? Да. 30 тысяч рублей. Ну, это я на себя считаю только. А так? А ну, все остальное на нее просто уходит состояние. Ну, на двоих, значит, косарь. Как прийти к комментированию игр? С чего ты начинал? Не надо сюда лезть. Ты просто понял, что у тебя красивый голос и решил покомментировать? Ой, слушай, мне кажется, все ненавидят свой голос. Я типа, серьезно, я, знаете, я вот чем больше вот смотрю, отвечаю вам, тем больше я убеждаюсь, типа, ну, это... Ну, это, конечно, дело, может, каждого, у каждого свои загоны, но... А что такого? А... Блин, я бы послушал бы. Вот реально, с чего комментаторы вообще начинают? Не, ну может какая-нибудь тайная, не знаю там. Я не считаю, правда, что это интересно. Нет, ну я просто вроде думаю, что почему бы не попробовать. Вроде у меня есть какие-то способности. Я еще на журфак пошел учиться. Я думаю, что, наверное, можешь все это связать и теоретически сложить в какую-то, ребят, деятельность. Даже в глубокой среде дотеров мы нашли фортнайтеров. Привет, ребята. Мы скрытные. Привет, Дима. Мы везде, я Джамал. Парни, расскажите, чем принципиально отличается фортнайтер от дотера? Абсолютно ничем. Блять. Все, что нужно было знать про фортнайтеров. Потому что просто другая игра. Просто другая игра, играем все, другую игру. А так все то же самое. Ну, еще Fortnite отчаянно ненавидят в СНГ, потому что это мультик, но в целом больше никаких различий нет. В СНГ мультфильмы не любят? Ну, я думаю, да. Только мужские игры, типа... Тот Джамал, ребят, тоже PUBG, Fortnite мультяшная игра, никто не хочет. Все хотят быть мужиками. Да нет, парни, хорош. СНГ, да, ну. Сколько вам лет? 18. 24. 18. Давай начнем с кофты, которую я не знаю, что это за фирма. Мне друг подогнал, когда я под дождем мог. Дрифтер спорт. Кого? Я не знаю даже, что такое фирма. Так может быть, я в ней всем... на год. Я вам отвечаю, максимально всем насрать. Вон Эвелон даже. Эвелончик, здравствуй, мой хороший. А почему в смысле фортнайтеров не любит? Я поиграл с Эвелоном в Fortnite. Хотите, поиграем? В воскресенье.
Вечером в воскресенье после обеда мы поиграем с Авилоном в Fortnite. Если ты сильный, ловкий и умелый, заходи ты к нам на стрим. Нихера не в рифму, но зато правда. Авилон, пойдешь чини? Или девочка? Пойдем, я тебя хоть поучу, как стрелять надо. А то я все как не посмотрю, твои фейлы записывают. Я тебе хоть покажу, я строиться не умею, но ты мне там построишь хибару. Я умею, знаешь как, на узум 360 с закрытыми глазами. Я, правда, по-моему, просыпаюсь всегда, но ничего. Болиды кружили. Возможно, да? Возможно, но мне, кстати, большая на два размера. Все, поэтому, давай в воскресенье поиграем. Не знаю. Вот эта штука Outplay, игрок. Все, джинсы, Томми. Я вот человек простой, увидел Outplay, сразу ясно, хуета. Тысяча, как бы, примерно, сразу, может, больше. Прям автоматически. И изики 40. Погоди, это типа рофл или серьезно? Пацаны, а изики это прикол или то, что они разного цвета? Эвилон, так с Модестал поиграем. Да мы с ней отдельно, братан, с тобой еще поиграем. Мы с ней, так скажем, еще поиграем. Блять. Она мне сказала, что мы втроем даже можем поиграть. Так скажем, вне стрим. Блять. Вот. А что, слышь, типа, то, что разные кроссовки, это рофл? Не знаю, по-моему, прикольно. Почему нет? Че все... А, ну рофл. Блин, не знаю, по-моему, прикольно. Левая. Вторую я брал через реселлера. Не знаю, это очень дорого получилось. 70. Ты просто по одной купил? Нет, по две, естественно. Но ношу периодически разные. Одна, если грязная, надеваю другой. И вот так меняю. И в химчистку сдаю. Так удобно. У тебя есть девушка? Нет. У меня есть парень. Ты в поисках? Не в особых. Вообще не ищу. Она будет много времени отнимать и тренировать. Нормальные чуваки, чего гоните на Fortnite? Ну да, это адский дебаф. Какие еще, я знаю, всякие синонимы, да, игровые. Не знаю, я поиграл. Дебуст. Я, правда, не умею. В общем, куча нерусских отмаз, чтобы не искать девушку. Да. Плюс. Ну давай ты рассказывай, что на тебя. Так, на мне, я не знаю, что на мне, ничего. Амен написано. Практически омен. Практически, я не знаю, что это. Это ЦУМ дисконт. 18500? Что это за фирма Амен? Ну-ка мне в чате. А что за... Блин, вы мне спамите такое количество сообщений, у меня чат захлебывается. Я здесь приходится читать. Шаман, здорово. Я с Ютуба. Так все, ребят, подписывайтесь, отслеживайте, нажимайте на канале. Отслеживать, тыкайте. Скоро розыгрыш будет. Это анал карнавал. Ой, в смысле, ну розыгрыш. Ноутбук, там все дела, там мерч скоро разыграем. Ясно, короче. Вот это я тоже не знаю, что это. Вообще не знаю. Возможно, я, кстати, наизнанку надел. А, нет, она должна быть такая. Вот. Что за фирма, я не знаю. Можем тоже посмотреть. Overcom. Да. Да. Написано Made in да. Italy. А, Italy, это хорошо. Ну, это хорошая страна, да. Нормально. Прикольная тоже. Вот, штаны у меня Just Star. Я был раз в Италии. Я тоже не знаю, сколько они стоят. 1008, наверное, или 5, или 3, или 10. Вот здесь Волга мы видим, это не вранье. Настоящее. Кроссовки. Не, ну Эвилон-то понятно одевается. Там Гуччи, Прада, вот эти Луи Виттон, и все ясно. Я раз увидел, ребята, Эвилона, знаете, идет, я смотрю, думаю, блядь, что мне в глаза что-то сверкает. Смотрю, а на руке там эти ролихи, вот эти вот все висит, вот это сверкает, гвозди там, вот эти вот шамбалы, короче, болтается. Я сразу понял, что Эвилон идет. Потом подошел поближе, не он. Но похож. Адидас, Газель. Адидас, Газель? Изи Бусты 350, Black Reflective, стоит 110 тысяч рублей. Я купил за 65. Не буду говорить почему, иначе человек, у которого я покупал, расстроится еще больше. Я взял кроссовки. Чего? Где-то за день до точной информации вообще, сколько будет моделей, ну, короче, пар и так далее. И так оказалось, что я ему скинул деньги, а он их купил по стоковой цене. Но не заметили, они уже стоили 110 тысяч рублей через день. Поэтому вот, мы как-то так разошлись. То есть... И он заработал, и я... Я ни хера не понял, что-то про Газель, но мне очень понравилось. Помимо Fortnite, ты поглядываешь за хайповыми брендами? Нет. Нет, да, нет. Не знаю. Это сложный вопрос, провокационный, не могу ответить. Сколько шмоток ты вот брал так с дропа? С дропа? Я сам? Да, это первое вообще, что я купил, наверное. Пацаны, скажите, сколько вам бабок надо в месяц для комфортной жизни? Насколько комфортной? Что значит комфортной? Ну, для тебя. Твоя роскошная, комфортная, счастливая... Бля, я не пойму... Эвилон, ты можешь сказать сразу, не тупить, когда тебя спросят? Давай, Саня, у тебя интервью возьмет, тебя сразу. Ты сразу говоришь 100. Неважно что, просто 100. Твоя жизнь. Ну, я живу на буткемпе, поэтому... 1000. 100 умножить на 2 200. 1000 хватит, наверное, 200 тысяч в месяц. Почему ты на 2 умножил?
Ну, 100 как-то маловато. 200. А, для себя просто? Я думал, вдруг ты кого-то еще хочешь содержать. Не, нормально, нормально. 200. А у тебя девушка есть? Хардбала. Я на провокационные вопросы не отвечаю. Никак, ноль шансов. Не могу, невозможно. Ну, ты боишься отпугнуть фанаток? Нет, я их всех отпугиваю. Уходите. У меня вопрос к Эвилону сейчас. У меня встал вопрос. Я, конечно, с Эвилончиком не так сильно знаком. Ты мне скажи, это у вас массовое? Чини. Уходи. Молчит. Смотри, а тебе сколько надо? Ну, поскольку я за всех плачу за еду на буткемпе, он об этом не знает, но я вот сейчас признаюсь тебе. 1300 тогда плюс соточка на еду. 1400 нормально. В Минске. Типа, блядь, пацаны, на буткемпе вы вообще... Вы знаете, что на буткемпе за вас платить как бы должны? Там арга платит, вас кормить должны, поить, там массажи в разных местах делать. Мне кажется, вас где-то, так скажем, это... Обманывают. Этот. Моё псики! Сейчас Хованский проснется. Это, парни, я вас хотел бы расстроить. По-моему, если в Москве, то побольше приехать. Вы оба из Минска. Мы буткемпимся в Минске, но живем в Москве. Мне кажется, за 300 штук можно. Привет. В Беларуси, я не знаю, рассказай. Что купить. Да нормально. Столовую вот. Свою. Играть скоро будем. Слушай, ну, Рамзан, я скромняга. Далек, скажем так, от Доты, но я знаю я, кстати, тебя как одного из самых топовых игроков, наверное, самого популярного на российской платформе. Ну, не, наверное. Но надо признать, что дедушка как бы один на один его размотал. Как бы все видели, как он на Рикимару Рамзес просто ливнул. Потому что как бы там шансов не было. Там все это видели, как бы, и это, конечно, черный отпечаток, да, но как бы на Рикимару, не, ну, ребят, ну, во-первых, на Рикимару дедушки нет равных, так что давайте мы не будем. Как давно ты вообще играешь в Доту? Ну, бывает. Лет 10, наверное. Из самого детства. А тебе сколько лет, напомни? Слушай, сколько, Рамзес? 20. Это изики, я люблю в них ходить на турниры, потому что у них удобно, 300 баксов стоят они. Это штаны... Я не знаю, что за бренд. Где-то 150 долларов стоят они. Они очень удобные. А если он, кстати, в полторашках наскакал? Стоит 1000 долларов. Это майка Virtus Pro. Бесценно. Чего стоит 1000 долларов? Лавнин. Стоит 50 долларов стоят они. Они очень удобные. Это Лавнин. Кого? Стоит 1000 долларов. Это майка Virtus Pro. Куртка вот эта, вот эта вот поддергайка стоит 1000 долларов? А, чушь. Это портфель Александр Маквин стоит 1000 долларов. Браслет Александр Маквин стоит 600 долларов, вроде я не помню. Такой браслет Cartier есть, он стоит и 1000 евро. Как много вообще за все время, вот того, как ты играешь, сколько вообще получилось там, вот оно, где все бабло сколько турниров оседает. Выиграть и так далее? Ты не ясно. Говорил какой-то подсчет такой? На самом деле, если ты заранее пацаны, ну, тут как бы все понятно. За деньгами, то у тебя никогда ничего не получится. Все бабло ясно. То есть ты поначалу просто... Вот она, скромность. Я боюсь представить, что там у Эвилона надето. Ага. Там, наверное, руку вот так вот поднимает, короче. А там какой этот... Цыганский табор кочует. Вот это вот, вот досюда, вот так вот, просто кольца одеты. Картье, хардье, гвоздье, там все, понимаешь, все пальцы в этих кольцах, там все, что можно. Смотри, проверяй, так оно и будет. Кого все по игре, а потом уже все само собой пошло. Да, пока я играл. Скажи, вот смотри, какой смотри. Самый значимый был турнир, где на руке ты выиграл, только волос. Где ты участвовал, который да. тебе больше всего запомнился? Все уже поняли, что ты богатый. Мы там играли с новым игроком, у нас был обновленный состав. И мы выиграли. Надо не в то ты играешь, Вилон. Пойдем в доту с тобой катать. Пойдем с тобой заколабимся в доту. Сколько максимум? Я медок, знаешь, как за все время Virtus.pro выиграл. Я просто Рамзесу вступил. Ну, на команду где-то за 3 года мы заработали что-то типа 8 миллионов долларов. Даже больше, может быть. У тебя есть подруга, девушка? Не, нету. Ты вообще не... Слышь, Вилон, ты где есть? У меня к тебе дело есть. Ну его нахер, твой этот Fortnite. Давай-ка мы это... Собирайся, друг мой дорогой. У нас тут команда по доте, я так чувствую, намечается. Там 8 тысяч долларов люди гребут, там хардье, гвозде там надевают. А мы-то чё?
ищешь? Нет. Но на команду уверен, 8 лямов. Огромное число девушек неровно дышит, потому что знают, что ты такой яркий и популярный чувак. Mm-hmm. Как ты вообще со своей популярностью живешь? Тебя же по-любому узнают часто на улице. Как, каково это? Я думаю, если бы у меня был другой цвет волос, то ко мне бы даже никто не подходил на улице. Я устал, и поэтому больше не буду краситься. Я родился особо в таком... Я жил в Новокузнецке, Новосибирске, и там особо не понимаю такой цвет волос. И все реагировали не особо, то есть так положительно. А именно в таких больших городах, как Москва, там Питер, все нормально относятся. Здорово, алоха! Привет. Вот алоха, ништяк. Слушай, у нас нет-нет, да мелькает в комментариях твое имя. Люди хотели, чтобы ты попал в наш выпуск. Ну, я не знал, что вы здесь будете, но так оказалось. А ты сам смотрел наши ролики? Да, я смотрю ваши ролики, когда стримлю, там, перерыв между играми или когда мне надоело играть, и между играми включаю ваши видосы и смотрю, всем нравится, так что и мне тоже нравится. Вечно нашими роликами пробелы затыкают какие-нибудь. Сколько тебе лет? Мне 21. А настоящее имя? 21. Илья. Илюх, рассказывай, что сегодня на тебе, какие бренды, почем покупал? Смотри, ну на мне сегодня... Да ладно, он что, пиздюк, что ли? 21 алохи? Что, гоните? Думал, ему лет 25. Ёпта. Белые Human Race, Wine Edition. Это я... Ты сегодняшний Wine? Нет, это где-то 3 дня назад. Я облил немножко вина и решил, что я не хочу их стирать. Просто пусть так будет, мне типа не мешает. Вот, ну брал я их на маркете. Мне помог друг. 1027-30 стоили вроде рублей тогда. Точно не помню. Потом брюки, брал их на Farfetch'е, но какой бренд, я вообще не помню, то есть я ходил сейчас на второй раз в жизни, третий, а покупал их уже года два назад. Ты надеешься, что еще вырастешь? Сейчас 12 тысяч человек зевнули. Просто мне нужно было одеть что-то официальное, если не джинсы, то я на что. Ну, нормально. Очень строгий стиль, в принципе. Ну да, в принципе, думаю, нормально. Стоили они 1035-30, но бренд я вообще не помню. Здорово, пацаны, здорово. Этот Long Sleeve, вроде КТЗ. Кого? Или Club of Nowhere. Или это разные бренды? Нет, он по-русски нет, говорит, или что? Я тоже его не часто одеваю. Но стоил он тоже 1030, тоже на Farfetch'е брал. Эта курточка мне подарила бывшая девушка. Это МХДВС. Стоит он вроде 1020. Вот. Ёпта, он нихера, он одет там тоже дешевле. На Farfetch'е буквально несколько дней назад. Бренд не знаю, но стоит он 1010. Вот. Это белое золото. Дадова. Купил его в аэропорту. Дадова. Доки, или Дохи, как правильно называется этот город. Вот. Дал за него $1000. Ёпта, алоха, модник! Все. А, рюкзак. А я? Рюкзак Off-White. Тоже взял его недавно, на Farfetch'е 300 тысяч стоил. Это бриллиант. Вы мне нахер можете сказать, что это за Farfetch? Слышите вы? Вы можете нет мне написать, что такое Farfetch? Я не успеваю, блядь. Ты эти забугорные эти слова штампуют, как эти, как... Что такое Farfetch? Напишите мне в чате. Или в комментариях, я не знаю, напишите. Что? Okay. Что такое Farfetch? Кто это? Я тоже брал в аэропорту Дохи, когда летел на Веск. Это, ну, две сережки стоило где-то $500 вроде. Расскажи, всегда, когда играешь в игры, появляется непреодолимое желание покрасить волосы в другой цвет? Нет, ну, я думаю, это не с играми связано, просто у меня... Ну, изначально, то есть, я люблю белый и черный цвет, у меня два любимых цвета, то есть, я все вещи стараюсь покупать черно-белые, то есть... И волосы у меня тоже были черно-белые покрашены, то есть, сплит у меня был. Сейчас у тебя есть кто-то? Нет, я сейчас свободен, я не ищу никого совершенно. Сайт! Найс, вы ёпта пояснили! Нет, сайт. Я потому что, возвращаясь в доту, мне женщины совершенно не интересуют сейчас. Меня интересует только, дайте мне мышку с клавиатуры, я буду играть. Ты знаешь хоть... Вы поняли, нет? Моя теория оказалась верной. Я вам год назад еще говорил, что дотеров и каесеров ничего не интересует. Кроме девушки вообще в принципе не интересно. Хоть одного. Ты тоже в каес играешь. Заткнись, пожалуйста. Дотера, который отлично совмещает свои казановские похождения и тренировки. Казановские. Ну только и женатые люди, не назвал бы это казановскими похождениями. Но, ну, допустим, те же самые люди из Virtus.pro, там Паша и Сало, они хорошо играют, у них и жены. Девушкам нужно внимание, а я админом, не смогу им этого дать, поэтому клубе, я буду просто хуярить в доту. Ну, ты самый просматриваемый сейчас на Твиче, насколько я понимаю. Ну, возможно, но...
Стрей, он и... Я в Дота, и убийца нубов, испытание временем. То есть я уже давно не был в Дота и понимаю, что мне этого не хватает, поэтому хочу вернуться. На Твиче что больше решает? Профессионализм в игре или все-таки твоя харизма и гиперэмоции? Мне кажется, все вместе. То есть, ну вот, допустим, есть люди, как убийцы нубов и Стрей, у них нет никакого бэкграунда профессионального. То есть они просто люди, которые играют на лоу-рейтинге и дают там, ну, общаются с ребятами. У меня, то есть... Конфликт! Могу там на донаты не отвечать или, в принципе, там ни с кем не общаться. Я просто играю, слушаю какую-то музыку. Ну, кто что-то меня смотрит за разные качества, то есть... Ну, я бы себя не смотрел, допустим, но если людям нравится, то почему бы и нет? А это сейчас твой основной доход? Да, безусловно. Это мой, я думаю, единственный доход. Но мне на все хватает. Конфликт, скоро бой будет, кстати. А, нет, не с донатов, со стримов. Я, скорее всего, самый лоу-донатер из всех, потому что я просто их игнорю и на большинство не отвечаю. Конфликт. Тебе сколько денег нужно в месяц, чтобы так жить, красиво одеваться? Мне, на самом деле, вообще нужно немного. Вот я вот в июне про 20 дней был дома, ни разу дома не вышел. Мне на самом... Ну, и мне готовит мама кушать, я даю там маме... Что мне на поесть, мама приготовит, сколько, может, в рублях. Я еще с Харькова, в Украине живу. Чисто на покушать мне. Я встал. Все встали, нет, все не. Так, тихо там, блядь. Встань, ёпт. Все встали, я сам встал. 40 тысяч рублей. Мне, мне, говорит, батя пьяный встал, стоит, блядь, поёт. Гимн, блядь, поёт, стоит. Перевешивает свобода или любовь к маминой еде. Нужно балансировать. Друзья, 16 августа нашему каналу исполняется год. И свой первый день рождения мы отметим в центре Москвы, в Кальян. Я, кто не знает, кто на инстакарточку мою не подписан, hard.inst, я к ним ходил, там есть фотокарточка. И скоро в Варпургиеву ночь... При свете луны от созвездия Кассиопея они меня поместят в свой видеопоток. Так что очень скоро, ребята, мы вот, как бы, как-то вам сказать-то, очень скоро вы меня увидите, а то все, Лёха зажрался. Я, знаешь, я там какой красивый пришел. Ох, ёпта, все встанут сразу, и там все потекут сразу, вообще все, да. Secret Lounge. Гостями будут известные туда, блогеры, кстати, стримеры пойду. Из наших выпусков. Братишкин. Вход строго 18+. Все подробности ты узнаешь по телефону, который найдешь в описании. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Так, минус телефон. Ёпта, а где телефон-то? Это большая ошибка была. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.